Мастер-ведьмак. Кажется, у вас здесь есть какая-то работа для ведьмака. Ну да, сестра мне всю плешь проела. Вот я для вящего спокойствия и вывесил объявление. По правде сказать, я и не рассчитывал, что кто-то заинтересуется. В чем дело? Да вот жених у сестры пропал. Люди болтают, что он просто сбежал из деревни. А она вроде как видела, что его чудище утащило. Мне кажется, ты не веришь в эту историю с чудищем. Всякое между ними было. Нильс бегал за юбками, и сбрить сладить непросто. Но все-таки семья — это святое. Ты займешься этим делом? Думаю, найти этого Нильса будет непросто. Так что награда слишком мала. Если ты приведешь его домой, то я денег не пожалею. Я бы хотел услышать точную сумму. Сперва я хочу услышать, что стало с Нильсом, в точности. Согласен. Посмотрю, что можно сделать. Для начала я хочу поговорить с твоей сестрой. У Нильса и Брит было любимое место. У скал к северу от деревни. С тех пор, как он пропал, она все время там сидит. Спасибо, я пойду к ней. Я должен с тобой поговорить. Оставь меня. Ты видела, как пропал Нильс? Видела. Тень. Огромные крылья. Будто туча прошла по небу. А потом я услышала крик. Оно схватило его и унесло в сторону пещер на побережье. Но он был жив. Кричал мое имя. Я попробую его найти. Надо осмотреть пещеры, о которых говорила Брит. Оружие ни к чему, если слабая рука. Поднять Нильса в воздух. Следы сирены, очень большой сирены. Ты
окраска чешуи. Это необычная сирена. Владычица глубин. Видно, когда-то ей здесь воздавали почести. Та же самая чешуя, что и на алтаре. Культ Мелюзины возник не просто так. Наверняка эта ехидна работает очень давно. Когда-то она впала в спячку, а теперь проснулась и проголодалась. Yeah.
Это, наверное, Нильс. Какая-то тварь уронила его с большой высоты. А значит, Брит не обманывала. Мастер-ведьмак! В пещерах на побережье поселилась старая Эйхидна. Я ее убил. С трудом. А значит, Брит говорила правду. Нильса похитила чудовище. И убила его. Тело лежит в пещерах.
Я должен за ним сходить. Ты скажешь, Брит, что стало с ее женихом? Ты сам должен с ней поговорить. Ей понадобится поддержка брата. Не умею я с ней договариваться. Но ты прав. Я сам должен это сделать. Страшно глупо я себя чувствую, что собственной сестре не поверю. Возьми его. Ты заработал. Бывай. Дьявол, ты не похож на любителя поторговаться. Покажи, что у тебя есть, там и посмотрим. Бывай. Та самая кузня. Поищу инструменты. Кузнечные инструменты, но все в орнаменте. Должно быть, о них Иоанна и говорила.
Истощенную и раненую Цири нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к барону, самозванному владыке Велену. Барон позаботился о девушке, и когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград. Дождик! Если у меня сын родится, назову Геральта. Чем могу служить? Я побывал на Ундвике, и вот что я нашел. Уколи меня, сучок! С виду как настоящие! Они и есть настоящие. Посмотри на орнамент. Как ты их раздобыл? Было нелегко. Поэтому я рассчитываю на скидку. На доспехи, которые вы для меня сделаете. Герман Айб Грюникан, генерал-лейтенант 2-й конной армии. Приветствую в наших скромных чертогах. Это честь принимать такую знаменитость. Я слышал, вы, господин генерал, большой знаток всего, что касается доспехов. Верно. А тебе говорят, что ты мастер. О, вы слишком добры. Мне нужны тяжелые доспехи, способные выдержать бронебойные снаряды. Снаряды? Арбалетные болты, значит? Будет тяжело. Тут нужен особый сплав, закалка. С новыми инструментами мы справимся. Разводи огонь, я займусь остальным. Наглые у тебя работники. Видите ли, господин генерал, сейчас тяжело найти хорошего помощника. Прошу вас, пройдемте внутрь. Обсудим детали. Вечно одно и то же. Хватит уже с меня. Понятно, что нильфгардскому генералу вы отказать не сможете. Но постарайтесь о моем панцире не забыть. Не забуду. Я не забуду, потому что это я его сделаю. Впрочем, как и все остальное. Доспехи для нильфгаардца и другие наши заказы. А чем тогда занимается Фергус? Кует подковы, гвозди. К остальному я его не подпускаю. Простую заклепку может испортить. Но когда ходит до расчетов, то мастером зовут его. Кто поверит, что человек, тем более женщина, может быть хорошим оружейником? А краснолюд-кузнец — другое дело. Если все на самом деле так, почему ты не скажешь об этом открыто? Я как раз собираюсь. Пусть Фергус сам делает доспех для нильфгаардца, а я сделаю второй. Потом посмотрим, какой лучше. Только вот есть одна вещь, которую я достать не смогу. Ты не поможешь? Смотря что нужно. В конце работы доспех закаляют. Обычно для этого используют масло, а я хочу использовать кислоту. Кикиморы и архигрифоны плюют кислотой. Архигрифоны? В смысле, драконьи грифоны. Пару дней назад бароновы люди рассказывали, что такой объявился к северу от Вронец. Говорят, он убил нескольких человек. Надо думать, на него и так есть заказ. Так что убью его, поймаю двух зайцев. Принеси мне кислоту, и я докажу, что я лучше Фергуса.
и я смогу сделать для тебя такие латы, каких не сделает никто другой. Должен закончить танцы. Поговорим после. Идите, видят. Прости, но у меня нет времени на болтовню. У меня работа. Хочешь посмотреть наш маленький склад? Покажи мне свои товары. Будь здоров. Чем больше трезвый. Это планетники нам душ посылают. Эх, ведьмак, если бы не ты... От этого осталась только рука. У архигрифона был сытный ужин. А здесь он закончил пировать и направился на открытое место, чтобы взлететь. Перо архигрифона. Наверное, он его потерял, когда взлетал. Может, у него гнездо где-то рядом. Thank you.
Давай, плотва! А ты знаешь, что такое коррекционные звездюли? Один раз а твое бледное рыло людей не бесит? А ты знаешь, что такое коррекционные звездюли? Говнюк. Один раз так набрался, что из ушей кровь пошла. Хочешь посмотреть наш маленький склад? Слышал, у вас были неприятности с Грифоном. Это мягко, сука, сказано. Он убил нескольких солдат к северу от Вронец. Люди пошли жаловаться к барону и уж так причитали, что тот даже награду положил тому, кто Грифона убьет. Очень кстати. Мне пара крон пригодится. Однако... Ведьмак есть ведьмак. Вот честная плата за честную работу. Что из ушей кровь пошла? Ты вернулся. И как? Достал кислоту? Да, только осторожней. Она очень едкая. Знаю. Там, откуда я родом, она обожгла многих. Доспех уже готов. Остался последний штрих. А потом посмотрим, кто лучше. Фергус или я. Геральт, я закончила. Выглядит очень профессионально. Милости прошу, господин генерал. Доспех уже ждет. Скажу, не хвастая, вышло вполне достойно. Топорная работа. Надеюсь, внешний вид не отражает качество. Господин генерал, извольте взглянуть на мой доспех. Что все это значит? Генерал, мастер-оружейник Иоанна, а не Фергус. И в доказательство она выковала эти доспехи. Иоанна, что ты творишь? Во имя богов! Все-таки Тимерия — дикий край. У нас такое своеволие подчиненных недопустимо. Если позволите, господин генерал. Я состою у Фергуса в подмастерьях только для виду. Мы так договорились. Никто же не поверит, что женщина может быть лучшим оружейником, чем краснолюд. Ты права, я не верю. Но раз ты столь уверена в своих способностях, мы устроим испытание. Без манекенов, по-настоящему. О, какая толпа! Эй, ты, наденешь этот доспех? Я? Да я ж коня подковать. Это был приказ, а не просьба. Господин генерал, я выковала этот доспех для мужчины. Он не сядет на меня. Тогда найди, на кого сядет. Геральт, ты поможешь? Сначала я хочу понять, в чем будет заключаться проверка. Я заказал доспех, который должен выдерживать арбалетный выстрел. Как думаешь, как я буду это проверять? Не бойся, Геральт. Доспех выдержит. Кислота придала ему такую прочность, что его разве что баллистой пробьешь. Пожалуйста, помоги мне. Ладно, будь что будет. Надеюсь, я об этом не пожалею. Надевайте латы, оба. Я буду ждать снаружи. Мать твою, а я-то пришел коня подковать.
Значит, этот панцирь должен защитить от арбалетного болта? Заплатите ему за ущерб. Теперь посмотрим, чего стоит второй доспех. Живой? Я так лимаюсь, а вот доспехи эти дрянь. Встань, я хочу осмотреть доспех. Не вмятины. Меня тяжело удивить, но должен признать, тебе это удалось. Куда пошел? С этого дня кузница принадлежит мастерице Иоанне. Она также будет выполнять все заказы для Нильфгаардской армии. Это ясно? Куда уж яснее. Вот плата за доспех. Я пришлю за ним кого-нибудь. Ладно, пойду, пожалуй. Соберу только вещи, да и исчезну с глаз долой. Погоди, Фергус. Не обязательно вот так вот расставаться. Ты был хорошим помощником. Мы могли бы работать как прежде, только теперь уже без вранья. Факт. Сработались мы неплохо. Ну так беги, разводи огонь под горном. У нас новый клиент, и ему нужен ведьмачий доспех. Признайся, ты ведь не верил, что доспех выдержит. Когда я увидал, как болт пробивает доспех Фергуса, у меня возникли кое-какие сомнения, но это быстро прошло. Спасибо за доверие. Твой панцирь будет готов через несколько дней. Давай я помогу тебе. Геральт, рада тебя видеть. Нужно что-нибудь? Как там мой доспех? Все готово. Я усилила сочленение и обдала пластины кислотой. Все как принято в моем клане. Спасибо. Сколько я тебе должен? Успокойся. Если бы не ты, меня бы здесь не было. Это подарок. В благодарность за твою помощь. Возьми. Пусть он сослужит тебе добрую службу. Спасибо. Геральт, рада тебя видеть. Нужно что-нибудь? Что у тебя есть на продажу?